Знаходящиеся на службе прокуроры николи не заставались у Баку от значных для краины подей. Протягивали служить закону и у тыловых областях. Например, расследовали криминальные справы у дочинения до дезертиров и здрадников родимы. Личные дела прокурора до военных не сохранились, но есть другие источники. Есть семьи, к нам приходят родственники, есть архивы, где можно найти данные. И в конце концов, сегодня Министерство обороны Российской Федерации каждый день все новые и новые данные размещает в отношении тех бойцов, которые не вернулись с фронта, которые воевали. Збор матеріалу о прокурорах-героях війни зайняв каля 5 годов. Пошук інформації не спиняється. У ім'я тих, хто протягував служити родимі і закону у той непростий час. Зажав сурово автомат в руці, упрямим шагом вийшов я із дому. Туда, где мост взрывали на реке и где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, где непрерывно выстрелы звучали, чтоб на земле фашисты никогда с игрушками детей не разлучали.